I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play. Всем привет! С вами Ася и Тая. Недавно у нас был день рождения, и нам подарили очень много подарков. И сегодня мы вам вкратце покажем, что же именно нам подарили. А это мне Ася на тетя подарила такой кексик. Вот он. И мне кукла. Вот такая внутри куколка. И это можно ей одевать. Ну, кукле одевать на голову. Вот такая куколка. У нее есть такая красивая расчесочка. Этот кекс очень вкусно пахнет. Еще мне моя тетя подарила набор теней Make Up Me. Внутри очень много разных цветов теней. И моя крестная Наташа Асе тоже подарила двое теней. А это я, когда Ася выбирала подарки, решила себе купить телефон, смартфон. Но мы его сейчас вам не включим, потому что там батарейки, наверное, замотаны, и поэтому он не работает. Там надо отвертка. Еще мне Тая подарила розовый кошелек яркий. Внутри он тоже такой летний. А это мне подарили такую вот больницу. У меня уже 3 больницы, это уже 3-я. Вот. А еще Ника, моя подруга, подарила Тае вот такого мишку, который говорит: «Я люблю тебя». Еще мама с папой подарили мне набор My Color Bag. Вот такая сумка, которую нужно разукрашивать красками и носить с собой. Вот. А еще мне подарили такую доску для плавания. Я уже ныряю, но не профессионально. Вот такая она. Еще мама с папой нам с Таей подарили вот такие, вот такой набор маркеров. Там есть маркеры, которые оставляют печати, маркеры-хамелеоны, которые меняют цвета, и множество других. А это мне бабушка подарила куклу Рапунцель. Она очень классная и милая. У нее волосы там такие хорошие и корона. А еще мама с папой сделали Тае главный подарок. Ее детский ноутбук. Там есть очень много игр для изучения цифр, букв и так далее. Вот. А это мне тоже бабушка подарила. Констовар, там много фломастеров, а это клей. И она разворачивается. Смотрите, как она разворачивается. Нет, она не так разворачивается. Давай я тебе разверну. И я покажу. Вот. Там есть и краски, только и фломастеры. Краски не трогай. Можно мне показать? Вот. Теперь нам надо закрыть. И закрывается вот так. А ну, раз и два. А еще мама с папой подарили Тае вот такой набор опытов, жвачка для рук. Я ей, конечно, буду помогать это делать. Вот. Вот такую жвачку мы будем делать. А это такие вот пазлы Винкс. Я сейчас попробую открыть их. А это моя крестная Наташа мне подарила такие вот серьги, кошечки. Правда, у меня еще не зажили. Покажи. Вот, кошечки. Но я их потом буду одевать. А еще бабушка с девушкой подарили нам с Таей вот такого вот дракона.
А это рисовалка такая. Моя подруга Ника купила мне на день рождения вот такую вот кепку со звездочкой, со стразами. Мне она очень-очень нравится. А еще бабушка с дедушкой на день рождения мне подарили эти классные салатовые кроссовки Nike. А это мне Ника подарила вот такую кухню. Оно соединяется на липучках и можно порезать. Сейчас я вытащу нож и доску и попробую порезать лимончик. Такой ножик у нас. Сейчас мы режем его. Все очень просто там. А я очень-очень люблю резать рыбу, и сейчас ее порежу. И еще мне Ася подарила подшопиков. Это подшопик Чичи такая. А еще там есть вот такой подшопик. Такой подшопик есть. А еще ко мне сел кузнечик на руку. А это мне на день рождения также Ника, моя подруга, подарила вот такую статуэтку двух кошечек в чемодане. А это нам Света принесла киндеры. Это и Светчик новый киндер. И вот такие вот с кольцом. Так что подписывайтесь на наш канал. С вами была Ася и Тая. Ставьте лайки. Пока. Пока.